Придомовая территория дома номер 22 по Можайскому шоссе преобразилась. Вместо обветшалых турников здесь теперь установлена современная спортивная площадка, на которой дети могут играть в футбол и баскетбол. Рядом территория для малышей с новыми красочными качелями и горками. Площадка появилась прямо буквально совсем недавно. Она новая, функциональная, нам очень нравится. Мы очень довольны, что недалеко нам ходить. Очень прекрасно. А то мы всегда к 11-му дому ходили, гуляли на вокзальной. Вот. А здесь вот ближе к дому. И очень хорошо, что появились такие, вот у нас есть сейчас такие детские площадки. Раньше здесь одни алкоголики собирались, только звон бутылок было слышно. А теперь, смотрите, детский смех. Площадка практически свободная никогда не бывает. Все время здесь детки играются. Раньше мамочки с детьми стороной обходили старую детскую площадку. Часто приходилось вызывать полицию. Об этом говорят не только местные жители, но и сотрудники детского сада, который расположен через забор от нового игрового комплекса. На протяжении 18 лет я занимаю должность заведующего. Здесь, конечно, такого места не было никогда. Здесь всегда собирались люди, которые занимались ненужными вещами, мешали детям. Постоянно здесь дежурила полиция. Мы вызывали многократно наряды. Помимо детских площадок, во дворе появился теннисный стол, новые скамейки, урны, установлено освещение. Теперь дело осталось за малым – установить камеры наружного видеонаблюдения. Договоренность с профильной компанией об этом уже существует. Проект будет реализован в ближайшее время. Благоустройство территории проходит по инициативе индивидуального предпринимателя Алексея Григорьева. Он помогает не только жителям дома, но и детскому саду номер 4. Установлены 30 светильников в 3 возрастных группах и 12 светильников еще в одной возрастной группе подготовительной. Освещение детского сада теперь соответствует Санпину. Сейчас жизнь на детских площадках кипит. Мамочки с колясками, дети и подростки. Каждый нашел себе увлечение по душе и в шаговой доступности от дома. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».